Традиционно в первый день зимы проходит легкоатлетический пробег «Беги со мной». Участники пробега неравнодушные к проблеме СПИДа. В этом году более 100 анапчан пробежали 2 километра по маршруту от санатория «Русь» до Театральной площади. На финише ребята сделали утреннюю оздоровительную зарядку. Для всех участников акции на Театральной площади работала площадка Центра профилактики и борьбы со СПИДом. Его сотрудники провели социологический опрос и раздали полезные буклеты. Интересуемся у второкурсников Анапского сельскохозяйственного техникума, что знают они о заболевании. На вопросы вместо ответа вчитываются в брошюры. Ты что-нибудь о СПИДе слышала? Да. Ну, например? Ну, слышала о том, что он передается половым путем, через зараженную кровь. Ты сегодня только из брошюры узнала что-то про СПИД или слышала раньше? Слышала. А что конкретно? Что передается половым путем сейчас. А вообще, что несет с собой СПИД? Заболевание, смерть. Ранняя смерть, во-первых. Во-вторых, невозможность иметь детей. Да. Также ребенок может зародиться от матери. Все это ты узнала сейчас, прочитав брошюру? Да. Организаторами мероприятия выступили Управление по делам молодежи, Молодежный центр «21 век», Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир».